Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, что нужно делать, если ваша собака грызет мебель. Одна из самых распространенных проблем с собаками связана именно с тем, что они грызут все подряд. Одно дело, когда щенок пробует все на вкус, а другое, когда так себя ведет взрослая собака. У вашего питомца обязательно должны быть игрушки. Это могут быть косточки, свиные уши, игрушки-пищалки. То, что ваша собака может спокойно грызть. В игровой форме дайте понять питомцу, что их можно кусать и трепать. Игрушки должны отвлекать внимание собаки от мебели и других ваших вещей. Как только собака начинает грызть что-то запрещенное, сразу кидайте ей какую-нибудь из игрушек. Так вы отвлечете ее внимание. Собака должна понимать, что грызть, к примеру, мебель – это плохо. Шлепка по крупу или щелчка по носу будет достаточно, чтобы собаке стало неприятно. Так она будет ассоциировать наказание со своими действиями. Но знайте меру в наказании и не перебарщивайте. Вы можете причинить вред животному. В таком случае поведение собаки может стать агрессивным. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Помощником может стать обучение собаки командам. Такие базовые команды, как «фу», «ко мне», «рядом», помогут не допускать собаку к запрещенному. Следует добиться от своего питомца беспрекословного выполнения этих команд. В некоторых случаях, если собака грызет что-то несъедобное, это может быть сигнал к заболеваниям. В таком случае следует показать питомца ветврачу. Недостаток витаминов, зараженность глистами, отсутствие активных физических нагрузок – все это может стать причиной плохого поведения собаки. Конечно же, в этом деле необходимо запастись терпением. Успех не придет сразу, но со временем отучить свою собаку грызть мебель вполне возможно. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте.